Ради спекаюсь, ДД. Ласки, еда. Рыба стоит. Да, да, спекайся. Да, Маранди, ДД. Там написано 4 минуты осталось у тебя фласки. Так, давайте арчи на пол. Еще раз. РДД хилы рассосались. Лево-право разошлись. Успел. Потом проебался. Раньше набрали? Мина аккуратно. Сразу смотрите, куда будете отбегать, милики отбежали. Все, обратно в центр стой. Гасик прохиливаем. Жаль. Мина аккуратно. Центре надо стать вокруг центра. Встаньте. Олег, взорви мины. Я что, саперша? Ну все, да. Все, что РДД хилы вокруг. Рассредотачиваемся поближе. Центре надо стать. Мирики всегда за спиной бегаем. РДД хилы вот по этому кругу. Мирики быстрее реагируем. Обстрел 5 секунд. Надо будет за спину. За спину, все за спину. Все, так, двигаемся за спиной. РДД хилы рассосались опять. С нами там разошлись. Маранди, на тебя бомботы будут такого кидать. Конечно, вышел. РДД хилы в черепсе. Быстро. В черепсе встали РДД хилы. Великий чуть левее. Все, тут стоим. Милики в череп с танком. Милики, Марс, идем сюда. Печеньку. На бомбот, а голову сразу. Убьем. А он типа КД на себя этот молоко, голову там несем. А кого бомбот? Залили бомбот, РДД. Турмового милики.
Отводи его дальше туда. Бомбот. Ладно. Мелики в голову. Отошли. Норик, чё стоишь? Турмало. Бомбота. Бомбот. Бомбота. РДД, бомбот. Милики, не подходите. Всё, трэш добиваем. РДД хилы рассосались, как на первой фазе. Первый будет обстрел. Надо будет за спину сбежаться. Ну, залить надо голову, одновременно. Милики. Да, РДД в голову, милики. В тело вниз. А уешь по максимуму. Поразились к системе. Именно. Геру. А, все, у нас есть. Мины аккуратно. Милики. ДД тоже. Вышли из красных, нет. Стопните по голове чуть-чуть, блядь. Обстрел 30 секунды, приготовились за спину сбегаться. За спину. За спину. Мины аккуратно. Вниз и в середину больше урона. РДД, стоп, по голове. Так, дальше. Центр больше. Все, рассосались РДД хилы. Центр больше урона. Вышли с красной. Голову бейте. Беги, малышка, побежали, шоково. Да, в обычке здесь вообще нельзя умирать так на будущее. Найс. Рецепты все на продажу идут, да? Нет. Если ты реально выучишь их, то дадим тебе. Типа, если ты, блядь, там перепродавать потом не будешь, блядь. Сейчас гляну. Обвалившись в галерею, все прыгаем. Бармарёга, у тебя сколько будет уже? Хранитель никто не трогает, так что. Блин, что-то не крутится. Колесико в профи не крутится, это баг такой? Прилом. Угу. Какой-то был у меня там рецепт, я не помню, этот пояс или нет. Можете глянуть, Еленка, ну вон кузнечное дело. Тоже не крутится. Иди по названию. Поиски просто там, профессор, введи название рецепта. Как он там? Не знаю, я тебе не скажу. Так на рецепте будет написано, уже изучил. Нити судьбы называется. А, ну вот нити нет у меня. Там не было, да, тот роговского токена, Нешер? Нет. Вообще ни одного роговского не будешь. Ничего, бля, надо было перчатки забирать в прошлый раз, что я туда, блядь. Временно заливаем.
Молоко. Одного побольше брать. Да, чё? Да, до ДСПка нету, да? Есть. Перезок с Ухэйми танчил? Ну, нет, в любом случае Дикей будет танчить, так что это... Как трэш весь почистим, там спек не с ДД. Маранди будет танчить везу с Ухэйми. Маранди — это основной персонаж? Да. А Маранди? Ну, он основной, именно в ГГВП. Да, да. Просто на везу к СДК, это он много лучше паладин. Нет, я знаю. Поставьте метку, чтобы забивать, чтобы точно. Привержится, бейте. Череп поставил, крестик. Хуя не поставил. Крестик поставил. Череп. Глупо. Ну хуй знали. Неохота сглазить, конечно, сегодня рейд уже сильнее, чем в прошлый раз был. Сейчас посмотрим на йоге. Ну да. Не, йога, наверное, плюс 4 будем делать. Так, не будем. Естественно. В прошлый раз, потому что такой пиздняк был, блядь. Убить Норика. Хорош. Маба, бейте меня. Он сегодня не потел, тебе танчил десятку, а ты его убиваешь. А что он в тельце-то? Ну вот кот заступался. Тоже попался. Да нифига не попался. Гаркаста убить. Это специально убивают, да? Нет. Не, случайно. Это... А, я понял. Там АВЕ зацепил просто. Ага. Я просто мультизачу. Скочила кнопка, да, на вихре, да. Поднимите Норика. Где Марс? Почему? Ну он комп ревогает написал. Понял. Норика, пересните. Норик, чё ты в тельце там? Чё случилось? А, что-то падало, понял. И вон я тоже ничего не полутал, иду. У меня сегодня десятки тоже ничего не упало. Ну а чё, на острове там нет что ничего? Альтернатив никакой. Да. Мне что, распишешь этот контроль? Да ничего, себя показывайте, будет все, будет лут. Что здесь кто-то первый раз сегодня пришел, а кто-то уже четвертый раз идет без лута. Так, смотрите, короче, по меткам. Запоминайте, что все будете так же контролить в следующий раз. А, черепок вытягиваем сразу. Ну и начинаем дамажить, соответственно. Луну давай в бан. Жоки. Квадратик. Перегар зашипаешь. Крестик. Шадоу зашипаешь. Треугольник. Давай Никки в жабку. Что у нас ромбик остается? Ромбик я сапну. А, ну давай, давай, Нир, ромб.
Все, все запомнили меточки. Дальше так же будет. Контроль будет. Все, контроль. Перебрипайте. Лема банде. Мяч. Снимать. Заходим. Ромбик череп уже. Разбанили. Снимай бан. Жоки один. Банят и снимают. Крестик где-то. Крестик за. Все, крестик убиваем. Трэш перерыв будет 5 минут. Всего трэша. Это все то же самое у вас. Все, нори, грипп и череп. Все, контроль раздаем. Где шип по треугольнику? Сука. Ребят. Сука. Друиды, блядь. По крестику сразу сбили шип, разбивают до сих пор. Все, крестик дамажим. Череп, череп. Бля, юл, дайте другие. О, один дотер понял. Уже можно снять, все, дамажим. Забанил он, могут снять. Все, снимай бан. Ну, заливаем. Следующий ромбик. Тяни уже ромбик. Рип. Где там? Только зондас все мои поты эти выпил фласки, бля, 7. Коля, блядь. Все так, так же, контролем. Норик, грипп и череп. Следующий треугольник. Сука. Квадратик. Цель грипайте. Разбань. А, хотя подожди. Мистик бьем. Ну, блядь, заебать.
10 сало. Подальше 10. Стой, и не будет сало. Я и подальше стою, но не разбань. Угу. Ладно, давай. Хейтеры, блядь. Есть кто тактику не знает здесь? На РДД касается в основном. По хэпалу. Просветите по хэпалу. Какие-то особенности там есть от десятки? В смысле, также ману Нира убили? Все то же самое, что и в обычке. Ресурса Ранита его убили, блять, вот и жесткие. Только пары нельзя разбивать. Сторони топоры не разбиваем, да, и хилы мана не регенится, так что типа не надо здесь оверхилить. Здесь хил в основном только танка будет. Конечно. И РДД все за своим агро смотрите, я надеюсь, там у всех есть Омен там или еще что-нибудь. СК до угрозы. Будем анонсить. Типа, кто агро сорвет, это очень хуёво будет. Это вайп. Это вайп сразу и минус уважение. Минус уважение равно 0 лут. Минус 3 ничка, которая не прокает нихуя. Её тестили уже, да? Чисто на трансмит. Конечно. Печально. Я думал, она как Талик. А ей не будет киксить, ничего, молчаться. Ну она на всех сервах такая. Нормально, она вроде на правку. О, убить что-то. Ладыку уже убили, все свечнулись. На, опять. На. Бедняга. Всё. Помните, это самая главная тактика здесь. Убить того, кого ВМК берет. Няшеру убили. Нет, дайте сайту, бля. Это жестко, ты сказал, бей свои, чтобы чужие боялись. Откуда ты такое взял? Олег, тогда скорректируешь эту РДД-зону? Если... Если кто-то понимает, бьем в этом. В одной метке. Да, пусть перекур расскажешь. Да. Давайте 5 минут перерыв. Собрались, настроились. Без лаков. А, это Няшер же жест. Няшер! Да Няшер, обидели его. Ну а потом все ребафнемся. Можешь лут поставить. Забакалась. Карталич, ты здесь?
Давай еще рыбу поставим на всякий случай, может, кого не было. Ешьте. Может, что на АФК? Коски пьем. Рибаф, пол рибаф. Дайте паладины. Все в том числе. Кушай. Маранди танк. Все на полу на него. Бьем хэмизель, зеленый спор не юзаем. Ой, блядь, по зеленым спорам не дамажим. Маранди танчо там, где он стоит, вот прям так, как он стоит. Рожей в рейд. Сейчас я метку поставлю, где все РДД стоят. РДД вот здесь стакаемся. Забегаемся лево-право, когда Олег будет говорить. Будет сокрушение написано, если у кого-то БМ стоит. Убегаем, стоим строго в этой метке, ни левее, ни правее, ровно посередине этой метки. Также будет метка жизни, или как она называется. Нужно ее быстро вынести из рейда назад. Да, Локи, поставьте порталы сзади себе все. Вот где рыба стоит, даже не нужно ничего подальше. Дальше, как, дальше, как да. Как только увидите то, что метка на вас, сразу убегаете, либо делаете ТП. Магия на блинках. Хилы у кого есть в этой спеке? У Войда есть ретрик. Нет, здесь ты лучше похилишь. Угу. Здесь милики не дамажат. Краделыч, Бармалюга. Бармалюга спекайся в ДТ. Лем, надеюсь? Ну все, да, спекайся в Лем. Ну все, ладно. Все, подождите, ману. Доставайся в ДТ. Без лужи не бьем РДД. Сейчас как босса гуляем, стоим, ждем в этой метке. Как Лера сокрушение пройдет, заходим в лужу, начинаем дамажить. О, Няшер. Няшер здесь? Чё? Да-да. Дай фласку на одну. Вот сегодня Зандас все выпил мои. Есть у тебя? Чтоб найти, блядь. Могу тебе дать на СПД. Нет, все. Так, по косты. Ну, в принципе, Маранди и Норик, сбивайте косты. Ну, там у ДК одного хватает. Если что, типа, подстраховать. Когда выйдет элементаль, все в него его заливаем и там геру даем. Ну, я все скажу, в принципе. Все на пол на Маранди, ну все, ничего сложного нет. Главное, выбегаете вовремя. Да. Что вот с этой там зеленым. Зеленый добавьте, будет зеленый метка. Вот, типа из него быстро израидил, потому что будете захиливать Везекс. Да, да, ДБМ пул. Все, все готовы. РДД пока просто стоим, и хилы не оверхилите. Прога в этой метке стоим, РДД. Выбежим. Выбежим. Можете, наверное, чуть-чуть подальше. Сейчас скоро метка будет смотреть. Выходи. Перегар, блинк. Выбежали. Пока да, напуливаем. Выбежали. Больше ДПС, РДД, не ДПС. Только вы уже дамажите РДД. Выбежали. Метка 5 секунд, приготовились.
Вышел крестик. Выбежали. Нас. Выбежали. Сакру давать потом. Сейчас пока не надо, потом даже когда появится моб. Второй моб, когда вы. Выбежали. Метку скоро. Сейчас метка будет. Перегар. Выбежали. Прямо метку зайдите, вы по кругу встали на меня. Строго в метке стоим, да, гарда, да. Выбежали. Выбежали. Скоро метка, 5 секунд. Бегай. Миля, аккуратно. Не, уешь. Выбежали. Не, уешь. Заходи, хан, тебя спала. Миля, аккуратно. Спор тут. Выбежали. Метка сейчас будет. Приготовились. Собирается. Лекса, выбежу. Быстрее, 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 выбей. Все, 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 стой. Не дамажим сейчас пока РДД. Выбежали. Сакру дал. Блять. Берни меня, Клеркаст. Все, по врагу поехали. Бэл. Выбежали. Отлетать сейчас больше нельзя. Скоро метка будет. Приготовились, метка. Выбежали. Метка. Семка дальше. Очень там сильно захилили. А может отлетели, выбежали. Сейчас по танку дайте что-нибудь. Выбежим. Не знаю, не умираем, ребят. Скоро метка. Приготовились. Выбежали. Бармалюга, метка, ушел. Метка должна быть. Разбирали, морда, да. Выбежали, выбежали, выбежали. Все, дальше играем. Дальше по боссу. Выбежали. Blast Burnish, Shadow Rime с этого мага, короче. Метка сейчас будет. Выбегай. Дармалюга, выбежал. Blast. Выбежали, выбежали. Криво, блять. Ладно. Раньше времени не надо убегать. В лужу, в лужу, встали. Не, все ломаем, да, здесь ТП падали. Все примерно поняли, выбегать надо получше. Когда метка, вы не выбегаете лево-право, назад бегите. Да, с да. Крестиком надо назад быстро убежать. Где бы вы ни находились, просто назад. То есть из рейда просто, из пати, чтобы одни остались. Далеко. А ты больше ДПС летали, что ли, часто, или чё? Да нормально с ДПСом.
Мы захилили много, когда отвлекли. Лишь галерея. Короче, откинула кого-то там, и есть метка сразу туда. А урез хила же есть? Ну, у ханта в ротации. Я хранителя сразу выпущу все. А, наверное, потом. Давайте сегодня, может, чуть задержимся тогда, сейчас, если Везус убьем, йога тоже плюс 4 закроем. В прошлый раз все печально было на йоге. Плюс 4 простое. Да, да, мы тоже, типа, простое-простое, да, люди как-то сами теряли и случаи сходили. Не посмотрели тактику простую. Не, ну, конечно, если не знаешь, что делать, конечно, сложно. Если человек 20 будет, значит, где будет. Ай, рыбу ставлю. Когда элементарь вылазит, не теряйтесь, то же самое все делаем, просто выбегаем так же. Но у вас РДД ничего не меняется, у вас только другая цель становится, и все. Вы не путаете метку с этим. Сейчас начали, попутали с меткой, вынесли, и лужа криво пошла. Я что говорят, ставьте срок от метки. Да, все просто же, вышли, зашли. Дамажьте только в лужу, все, здесь босс тоже элементарный. Просто реакция должна быть молниеносная, когда крестик вешается на тебе. И не пытайтесь туда кастовать, лучше удержите, чем пролетать. Лапа друидовская. Есть. Есть, вижу. Так, по ССам давайте Жойки на Холидес, Гнидыч на Крадевич. Почему только на портал Лок стоит? Авент на Void White и Семка на Лекс. Еще один портал Лок ты не поставил. Локи, поставьте портал. Кто с кодом? Да, 4. Ну вы че, рофлите, шин? Все, начинаем, танк. Пошли, ну уводи. Угу. Танк устал. Да нет, давай, падаем. Мозги ебать не будет. Ну вы ССы раздали сейчас, вот представь. Бля. Пиздец, ребята. Ну, что, блядь, сейчас сделаю? На кто спойлил, блядь? Петлок? Угу. Какого лок? Семка была на вторую, я не знаю. Падаем, падаем. Шиц. Ладно, здесь ССС не играет, блядь. Танк, ты бы хоть сагрил. Не сдох бы лобы, нормально бы начал. Он не агрится. Ну, в смысле, не бегите. ЛПшку бы начал. Для ЛПшки бы сразу отдал, пошел в сторону, я что делаю. Не вставайте, ладно, никто. Порезы. Не вставайте, говорю, никто. Зачем вы выходите из тела? Идите быстрее, никто не приедет. Ну, не если заходите, кто-то просто... хочет, блядь, бегите пешком, пока всех порез. Быстрее резнее вас, чем вот будет бежать. Магу Боб дали, да? Ой.
Че, маг нарезает нахуй. Какой это массовый рез? Да, да. Но шелит. Блять, это огромный минус лок их. Ну ты уже сколько шмота полутал. Не, черт, я запомнил. А еще у нас осталось два босса, типа. Вартет через 8 минут заканчивается. Если вот так, такой вот хуйни бы не происходило бы. Вот там, да, лестница клерка сверху. Если... Блядь, я предлагаю задержаться, типа йога там плюс 4 должен тоже купить быстро. Да как сейчас, если нормально пойдет, еще не 20. Да, связывайся, убьем, и там на йоге тоже дело. Немного, если, естественно, вы тупить не будете. Главное не расслабляться. Ну да, видите, здесь, блядь, ЧП такое произошло, блядь, гроза и свет отрубили. Комнаты есть кому залить, да? Конечно. С комнатой все нормально будет. От лучей не умри только. Лапу. Давайте, да, быстрее рыбакаемся. Рыба стоит, кушаем. И да, рыба стоит. Джоки. Портал у Локи не забудьте поставить. Давайте еще одно ручье, все поедем. Все, давайте добавим пул, все встали в метку. Побежали. В метку все станет, строго в метку. Побежали. Рассказ у меня пугаете, конечно, блин. Метку. Побежали. Метка строго назад, не лево, не право, а назад сразу. Убежали. Да, прожми что-нибудь. Убежали. Метка. Выбежали. А вроде же рядом никого нет еще. Выбежали. А, нам дать. Выбежали. Метка 5 секунд, приготовились. Метка.
Пушку выбежали. Аккуратнее ОЕш. Выбежали. На полу стопнули. Ждем врага. Метка сейчас будет. Выбежали и метка сверху. Перегар. Он собирается. Все, Мирики не уешь. Приготовились напуливать. Выбежи. Выбежали. Все то же самое делаем. Метка сейчас будет. Выбежали. Прожми СДК. На цепку сокруты кадать. Выбежали. Выбежали. Метка скоро будет. Приготовились. Птицы не проявились. Метка. Лекса. Лекса побежала. Быстрее, 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 быстрее. Все, все, далеко не убегайте. Молодец. Выбежали. Все, дальше так же все отыгрываем. Никуда ничего не убили. Ну там с маной нормально все у вас? Да, да. Вставай. Метка скоро будет, приготовились. Выбежали. Метка, метка. Метка хант. Угу. Все, все, жди. Выбежали. 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 Метка скоро. Владыка ужас убежал. Коля, микрофон. А, я ничего не могу сделать. Выбежали. Надо говорить просто. Дайте танку зубу. Да. Выбежали. Сам два. Метка сейчас будет, приготовились. Тут падает шея, блядь. Хант, метка. Назад, выбежали. Назад, назад. Красавчики. Три, не, это не нужно выпало.
ненужное. Пойду я хранителя запущу пока что. Колечко еще кому-то надо? Они что, посетили Ретрика Монорек? Да, да, да. Серьезно? Ну, уже. Да. То есть у танка тоже, да, Монорек? Танка Монорек делается от уклонов. Ну это я понимаю, но от Синиджаги работает у него Монорек? Синиджаги и Монорек работают у всех. Где нет таланта Ретрика. А дебаф вешается на минус 75% этого хила? Не заметили? Ну, в луже в черный вешался должен. Не, не в луже черный, там должен если ретрик кидать синюю джагу. А, да, 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 вспышка по 500 хилит. Да, должна это. Яша, ты прочитал этот класс? Ну а тут, конечно, а кому еще? Естественно. Ну, Сид, мы же на прошлом, когда ходили же. Уже работало. Не, я просто не обратил внимания. На прошлом, когда уже все работало нормально. И вот сейчас, я думаю, протополадину вообще не надо на МП спек делать. Если у него все работает. Ну, я так. Думаю. Аман в Леме оставайся. 4 хила пойдем. Так, давайте, что на ПК все здесь? Blast.